память о ветеранах, которые внесли огромный труд для того, чтобы сделать этот город, сделать нашу республику. И вообще КАМАЗ – это гордость нашей страны. Профессионал высочайшего уровня, который в 44 года взвалил на себя ответственность за строительство с нуля такого завода, как КАМАЗ. Прошло много лет, но мы и сейчас называемся «Автогигантом». Я горжусь тем, что теперь его монумент будет стоять рядом с нами. Это, значит, великое счастье для меня, что я оказался, значит, в такой ситуации. Так, это по существу то, что я там был зампредом Госплана, то, что я был министром. Все-таки лебединая песня – это КАМАЗ.